Эй, привет всем, с вами снова Маристика Fragrance Game. Продолжаем проходить игру под названием The Evil Within. И в прошлый раз мы остановились на моменте, где мы пошли с доктором на поиски Лесли. Давайте посмотрим, к чему нас приведут. Oh, the hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk too. Дает покоя одна мысль. Эй, это ты про меня забыл? Ушел куда-то? И прибежал, чё? Эта мысль мне не дает покоя. Ладно, я тебе доверяю, не буду пока тебя стрелять. Кстати, насчет быстрого доступа. Да, у меня не получилось. Из-за того, что на ноутбуке чаще всего F1, F2, F4 обладают какими-то функциями, которые чаще всего на мониторе компьютера. Яркостью вот этого. Но у меня не ставится. Ну да ладно. Чё, доктор, пойдем? Ты боишься, там твой Лесли где-то даже не чей-то. А дальше таким образом будем делать. Дробовичок. Опять здесь это зомбарская музыка, мне это не нравится. Бор, это клёво. Давайте возьмем его. А вот эти штучки. А? Что это? Нажим все. Дети, выползайте. По степи. What could have happened here? Peel away. No tearing. Yes, expose him. Hush, hush. Don't you fret. Doc, no, don't. Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother, Valerio. Leslie's original doctor. Oh, yes, expose everything. Oh, 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 какая. What are you doing? Молодец, Doc. Так, здесь полный дурдом. Док, ты доволен своим братом? Док? How could he have done that to Valerio? О, он, ну, мужик, ты как-нибудь распространяй свои мысли. Нафиг Рувик? Кто ты? Кто это Рувик? Объясни мне, что за хомячковое имя?
Ухаживаешь. У него тут ключи где-то там внутри. Давай, беру его. Вот тут где-то ключик, забирай. Ай. Патологоанатом. Надрез очень аккуратный. Ожидала. Не ожидала этого. Сашка, сожги его, а то ему что-то нехорошо. И его. Хоть и с миром, друг. Работает прицел. Прицел работает, отлично. Док, ты тут? Скоро об этом думаю. А, извините. Док, пойдем? Что-то страшного нет. Что неприятно. Жалко Валерию. Валерию. Веру. Алю. Нам не нужны. И отвалил. Так ли? Все меняется постепенно, все начинает проясняться. Так, ну пойдем. Нам бы уже к зеркальцу, потому что у меня столько этой жидкости, что надо как-то прокачаться. Там ваши бутылки. Питание, внимание. Ну такого, в принципе, вреда не наносит кому. Тоже? Нет! Ну... Открой себе один и возьми. Так, идем, доктор, что переживаешь? Там убил его брата. Это был не его брат уже, это был какой-то странный... ...странный... что доктор у нас в опасности. О, еще разрывная штука. Надо взять вот эту и поставить вот. Можно взять? Можно, отлично. Поменяем оружку. Возьмем... Мне кажется, пистолет. Давайте дробовичок. Дробовичком как-то поспокойнее будет. Возьмем зеленую жидкость. Тарелочку возьми. Блин. Тарелку. Тарелка тоже хорошее оружие. Парни здесь, ну ладно. Оружие у меня с собой. Спрятаться, мы такие храбрые ребята. Так.
уже близко, близко, хлюпанье. Вот ты тупой. Сегодня не твой день, брат. Отдай топор. И в аду синим пламенем. Доктор, не ходите по трупам. Лесли! Лесли? That came from outside. Yes. Да, идем. Доктор, не загораживай мне путь, ты меня раздражаешь. Лесли, я бегу за тобой. Дорогуша. Лесли, где ты? Дорогой мой, малыш. Лесли, где ты? Лесли, я с тебя волнуюсь. Домой, быстро, сейчас же, где ты? Не тормози, идем за мной. Видишь, что здесь все двери открыты. Лесли, подожди, я пока тут пособираю всякие штучки. А, нет, это же то же самое место. Пойдемте все. Кто вам разрешал закрывать двери за собой? Да, не закрывайте за собой двери. В ужастиках это так, так что правило есть. Никогда. Закрывать за собой. Вау, где ты? Давным-давно, Никит. А ты с ним, как будто ты знаешь, что с ним. Ужасно болен. Только призраки летают, и еще горят при этом. На смарку. Видишь, что их максимум? Бери спички. Портится от того, что ты смачишь все подряд. Только, конечно, они одноразовые. Да, все-таки. Думаю, если пристрелю вас тоже. Я не жертвовала не боялась жертвовать своим временем, я бы вас пристрелила и посмотрела, что из этого будет. Единственного глаза не появляется, значит, того нет, в принципе. Мне показалось, это морда волка. Изображайте себя главного героя. He's gone down there. Oh, Лесли. Где-то там боится и плачет. Симпатия. Она же очень нравится. Надо бороться. Блин, не хочу идти в подвал. Вау! Что там интересно?
Вау! Блин. Можно перезарядиться, нет? Берем вот эту штуку, как-то нажимаем на К. Полететь гарпун. Доктор! Опять-таки проделываем ту же операцию. Берем, нажимаем на К. Ставим гарпушку. Равно место. А, берем дробовичок. Сложные операции позволяют нам выжить в зомби-апокалипсисе. Кстати, я очень сильно хочу поиграть в Seven Day to Die. Произошла контрольная точка, так что я подозреваю, что с тобой что-то не так. Но если здесь все красное, дай меня думать, что это ты тут на стенах расшметался. Боже, сколько здесь бухашек. Leslie! Oh, thank heavens! Dr. Jimenez is here! Settle down! Wait, Doc. I think something's coming. Something here. Settle down! Oh! Какие-то невидимые монстры, что ли? Something scary. А, спасибо, ты мне не помогаешь. Вот так. Он невидимый, почему он невидимый, господи? Я просто наугад ударила. Is it over? Are you still out there? This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. Надо уехать в Мексику. Бедный Лес. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Can't get away. Can't get away. Ребят, вы не уходите, тут просто жидкость зеленая, а она мне как-то приснилась, так что я должна ее собирать. Лесли. Эй, что это такое? The stairs are gone. We must be collectively losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds! Losing our minds! Losing our minds! О, God! Только что издал классный рингтон Лесли, но это не к добру. Похож на Лесли. Руфик! It is you! Лесли! Who the hell are you? No! Don't follow! Мне придется тебя Доктор? Так, Рубик очень похож Leslie? На... Рубик fuck. Очень похож на Лесли. Очень похож. И слово «фак» не было хорошим в этом контексте. Надо было сказать «What the hell? What the shit is going on?» А за фигня? Мать вашу! Оу-оу, как это нехорошо! Превращается в... Акобесие. А ты что? Мы опять в этой больнице. Вы хотите сказать... Мы сходим с ума. Мы сходим с ума. И это все по правде. Рубик. Я не знакома, но уже питаю к нему ненависть. Этого получится? Еще одного трубчика.
типа еще одного. Деточка. Одного, давайте. Так. Ломай. Потом тебе возьмем статуэточку. Так, здесь трупец, там трупец. Там статуэтка. Ош, ты вернулся. Я уже переживала, что мы больше никогда тебя не увидим. С этой статуэточкой. Ну реально, с ними же надо что-то делать. Я эту статуэтку уже несколько раз видела. Ты штуки, можно тоже трубчик не делает. Наверное. Нет. Больно. Я выжила. Забавно. А, на тебе штаны, которые кровоотталкивающие, да? Так, что я вооружена до зубов. Что? Так, мы убили того огромного мясистого зверя с бензопилой, так что нам нечего бояться, в принципе. Тем более, это всего лишь наши сны. А это кто ты? Но ты мне не нравишься. Вариантов событий. Идти вон туда. Той баночки с краской. И продолжать по этому этажу или подняться по лестнице. Я пойду по лестнице. Ну, это западня. Я не знаю, что делать. Корола. Это? Зачем это? Планы. У нас большие планы. О, здесь еще одна такая. Я хочу ее перевооружать. Вы знаете, у меня такие руки. Или эта бомба может нам очень сильно помочь, если какая-нибудь гонится. Да, здесь. Дальше надо идти спокойно. Если оправдались мои желания, нам придется продолжать этот путь по этой... Я всего лишь хотела бы попасть через зеркало, прокачку идти. Идти за этой мерзкой тварью Рубиком. Это сжигать. Не знаю, не буду пока. А не буду, пока я не посекла. Поделать не буду. Давай походим по лестнице.
Дерзко. Даже реалистично торчит гарпун. Кому он так нужен? Боже. Залезь туда, друг. Мини-горочка из трубцов, да? Она нам нельзя будет его взять, да? Арт. Ладно, пойдем дальше. Такой же выглядит, такой молодой. Что ты делаешь ради того, чтобы она была такой красивой и блестящей? Знаю. Ванну из крови. Прекрасный рецепт. Может, мне им воспользоваться? Нет, дорогуша. Краткий разговор с самой собой. Так. Идем по кругу. Единственное, что приятно, что здесь никого нет вроде. Может сработать нам на руку. У нас в разуме живет парочка неприятнейших типов, которые падать бы на уловку с поджогом. Гадость. Как гадость. Кажек, ничего. Ты упал, ты бы не умер. Здесь очень много трубцов, которые смягчили бы тебе падение. А, вон еще дверь. Пойдемте. Твоя дверь, а теперь пойдем к этой. Ой-ой-ой. Черт. Колено в крови, в них умеешь реагировать. Ты умеешь залазить? Залази. Господи. Слава богу. Смотрим, что тут еще можно сделать. И пойдем. А, да-да, мои... Вау, как неприятно. Ну, вот ты падла, Рубик. Использовать. Что это? У нас дробовики нет нифига. Пистолетик бы не помешал, да. Дайте мерзопакостные твари. Ау! Вот падлы! Так. Бабулечка, не бегайте в общественном транспорте, боже мой. Нас убили. Господи, как это неприятно. Ладно, ребят, давайте с этим
разберусь попозже. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также предлагайте свои любимые игры. Удачи вам всем, пока!